Переводчик Яндекса не знает правил языка. Зато он умеет вычислять, как чаще всего переводится слово с одного языка на другой. Для этого он просматривает миллионы текстов, которые содержат одну информацию, но написаны на разных языках, и находит соответствие. Скажем, переводчик понимает, что если на английской странице есть слово «you», то на русской найдется «ты», «вы» или, например, «у вас». А когда в английском появляется «will succeed», в русском может встретиться «получится», «удастся» или «преуспеет». Машина знает разные варианты перевода слов и умеет выбирать из них такие, которые лучше сочетаются друг с другом. Это помогает переводчику выдавать осмысленные фразы, а не бессвязный набор слов.